Проект «Кадровый резерв Карачаево-Черкесии», инициированный главой республики, собирает самых лучших участников в финальный этап, который пройдет с 19 по 21 февраля. О том, как он будет проходить, расскажет Алихан Лепшоков. Цель проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесии» – это выявление тех кадров, которые обладают высоким уровнем знаний, навыков и компетенций для дальнейшего привлечения их к работе в органы исполнительной власти, местного самоуправления, а также на крупные предприятия нашего региона. Важно отметить, что на участие в данном проекте подали заявки 1227 человек. Из них всего 39 участников смогли пройти все этапы и выйти в финал. Начальник дирекции кадрового резерва главы Карачаево-Черкесии Ибрагим Татаркулов подчеркнул, что отбор проходил под особым вниманием различных экспертов, профессионалов своего дела. Каждый этап комплекса оценочных мероприятий был реализован при соблюдении принципа прозрачности и открытости, что являлось наиболее важным условием, заложенным Рашидом Борисовичем Темиризовым, главой Карачаево-Черкесии. Здесь, например, для обеспечения процедуры прозрачности и открытости проводились онлайн-трансляции на YouTube, проводились записи всего того, что происходило во время заседания экспертной комиссии, проводилась вся работа по истории участия каждого участника. Прохождение этапа позволило участникам повысить свои знания и показать профессиональные навыки. Ибрагим Татаркулов также подчеркнул, что в финале экспертная комиссия выявит самого лучшего, который станет победителем проекта «Кадровый резерв». Если человек соответствует всем тем требованиям, которые заложены, это высокий уровень знаний, навыков, компетенций, готовность замещать высокий уровень должностей, креативный подход, проектное мышление, лидерский потенциал, стрессоустойчивость. То есть есть достаточно четкие критерии и четкое понимание, кого мы хотим видеть с точки зрения победителей. Здесь следует обратить внимание на то, что имеется в виду уровень компетенции человека и уровень личных и профессиональных качеств, которые имеют важное значение при реализации своей работы. Насколько она будет эффективной, насколько она будет приносить пользу на благо социально-экономического развития Карачаево-Черкесской республики. Финал проекта пройдет с 19 по 21 февраля. Сейчас каждый из финалистов серьезно готовится. Завершение финальной части конкурса для тех молодых людей, которые не подходили по критериям отбора, будет проведен первый в республике чемпионат по решению кейсов, где крупные работодатели тех или иных предприятий и представители исполнительной власти смогут обратить внимание на ту молодежь, которая является перспективной и активной среди своих сверстников. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.